Более 100 лет назад в городе Будапешт была открыта зубчатая дорога, которая вела на высокую гору. Мало кто подозревал, что за эти 100 лет на дороге заведется свой призрачный поезд. Люди рассказывали, что видели этот поезд, проносящимся на огромной скорости мимо станций. Таинственный поезд всегда пуст, без пассажиров внутри. Однако некоторые утверждали, что видели минимум одного, а максимум 5 пассажиров. В некоторых случаях, очень редко, поезд останавливается и подбирает пассажиров, которые потом пропадают на несколько дней, недель и даже лет, а иногда пропадают навсегда. Входить в поезд, по легенде, нельзя ни в коем случае. Некоторые верят, что на самом деле поезд везет не просто пассажиров, а людей, которые умерли и теперь направляются в ад. Но почему именно здесь и именно на этой дороге? Почему она отличается от многих других? Почему именно на ней завелся этот самый поезд, а не на сотнях и тысячах других дорог? Некоторые утверждают, что во время строительства этой дороги погибли десятки строителей, тела которых были закопаны прямо под пути и находятся там до сих пор. Но есть и более скептическая версия, которая утверждает, что на самом деле легенда о поезде-призраке всего лишь байка, выдуманная пьяными людьми, которые засыпали в нем и просыпались на технических станциях. Были и те, кто искали призраков на всем протяжении дороги. Однако ни одного призрака пока поймать не удалось. Однажды в лесном массиве неподалеку от этой железной дороги было найдено обезображенное человеческое тело. Свидетели утверждали, что погибший сел в тот самый злополучный поезд. Были проверены записи с камер видеонаблюдения, и действительно, погибший сел в поезд и оттуда не вышел.